Дорогие друзья, начинаем с вами наш классный час по поводу того, что вы великолепные, интересные участники нового проекта «Газпром-класс», нового класса, который запустился в 2020 году. И хочу вам рассказать и пообещать, что ваша жизнь в ближайшие 2 года будет гораздо более насыщенной, чем жизнь любого гимназиста из вашей параллели. Остап Яворский из педагогической династии. Отец – преподаватель философии, мама – учитель истории. Прежде чем пойти по стопам своих родителей, Остап работал в банке, был редактором и даже автором программы на телевидении. И все же только система образования открыла ему перспективы. Так, в 2014-м Остап Олегович Яворский был победителем окружного конкурса «Учитель года». Уже несколько лет он берет руководство над «Газпром-классом». В его активе 2 выпуска, а многие ученики окончили школу с золотыми медалями. Потому что это необычное классное руководство. Здесь я, как человек, далекий от газовой индустрии, гуманитарий, я постоянно нахожусь в каком-то инновационном состоянии. Все время какие-то проекты интересные. И детям интересно, а мне, как классному руководителю, это наполняет мой рабочий день другими задачами. Я, помимо того, что должен выстраивать коллектив, я еще внедряюсь в то, как работает «Газпром-добыча Ямбур», то, как работает само движение «Газпром-класса» во всей России, мы ездим на эти слеты. И поэтому именно быть, скажем так, классным руководителем в профильном классе, таким как «Газпром-класс», это очень интересно любому педагогу, любому взрослому человеку даже. Поэтому я беру эти классы. На его занятиях никогда не бывает скучно. Уроки проходят легко и интересно. С учениками Остап Яворский старается быть на равных, где каждый может высказать свое мнение. Преподаватель истории и обществознания стремится научить детей думать, а не просто заучивать исторические даты. Наверное, поэтому школьники ждут историю, даже если она 7-м уроком. Как человек и преподаватель он прекрасный, мне нравится с ним работать. Но как классный руководитель я пока не знаю, но я думаю, мы сработаемся. Итак, сегодня у нас тема урока «Передача электрической энергии». Запишите число в тетрадках. Еще один учитель городской гимназии Сергей Пермяков. Он преподаватель физики. Точной наукой начал увлекаться еще в детстве. Любил собирать различные схемы, изготавливать самодельные приборы и проверять это на практике. Позже детское увлечение переросло в профессию, которой он верен уже почти 10 лет. Работать в диалоге с учениками – главный принцип Сергея Михайловича. Вы знаете, очень комфортно, хорошо, мне нравится работать в «Газпром-классе», потому что есть отбор с детьми. Я работаю очень ответственными, очень целеустремленными и умными. Абсолютное большинство выпускников «Газпром-классов» идут в профильные опорные вузы. Вот. И, значит, они уже должны скоро, первый выпуск «Газпром-класса», вернуться на работу. Ну, с ними там и поддержим связь. Я очень рад, что Сергей Михайлович – это мой классный руководитель, потому что он очень добрый, отзывчивый и всегда поможет в различных ситуациях, в том числе и не только с учебой. Физика – очень хороший предмет, он его хорошо объясняет, и я думаю, многие из нашего класса хорошо его сдадут. «Газпром-добыча Ямбур» плодотворно сотрудничает с гимназией. С 2013 года компания и учебное заведение реализуют крупный профориентационный проект «Газпром-классы». Он имеет для общества особую значимость, поэтому ученикам «Газпром-классов» уделяется повышенное внимание. Школьники активно изучают профильные для будущих газовых профессий предметы и посещают многочисленные факультативы, на которых ближе знакомятся с отраслевой спецификой. Все это должно помочь ученикам при поступлении в опорные вузы. Хочу отметить, весь преподаватель состав и руководство гимназии. Выражаем им огромную благодарность за их искренность, за их помощь. Желаю им позитива, усердных учеников. И пусть тот запал, с которым они открыли школьные двери 1 сентября, сохранится на весь учебный год. «Газпром-добыча Ямбург» со школьной скамьи выращивает себе будущих инженеров. Для компании это не просто социальный проект, а работа с прицелом на будущее. Поэтому одна из главных задач такого сотрудничества – мотивировать школьников. Показать им, что даже самые смелые мечты сбываются, если упорно трудиться. Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой, специально для ЯТВ.